Неужели она меня переживет? Хотя, может, не жизнь это вовсе. Утром думать о том, чтобы вкусного в рот и кому бы сходить еще в гости. Днем с подругами тех же подруг обсуждать, пролистав их посты в Инстаграме, по-пустому звонить и бесцельно блуждать в чатах в Вайбере и Телеграме. Вечерами, устав от надуманных дел, душ принять, залипать в интернете, возмущаясь, как тот уж давно надоел, как и многое, впрочем, на свете. А ночами мечтать, вот бы феею стать, чтобы жизнь сполна насладиться, а потом, засыпая, печально вздыхать. Угораздило ж так вот родиться. И живет человек так в пустой суете, воду льет из сосуда в сосуды. Только та же вода и сосуды все те. Так откуда же взяться там чудо? Я уверен, она меня переживет. Только все же не жизнь это вовсе. И признаюсь, что, зная про то наперед, я свои ни за что бы не бросил.